В той стране всех начал духи витали вокруг нерожденных. Мы могли принимать любые формы. Многие из нас были птицами. Мы не знали границ. Мы знали много радости, игры, печали. Мы радовались, потому что находились среди упоительного ужаса бесконечности. Мы танцевали, потому что были свободны. И мы знали печаль, потому что среди нас всегда находился кто-то, кто только что вернулся из мира живущих. И вот опять я здесь. «Тебе живется в клетке?» — спросила я как-то у самого себя. «Кварплата высокая? Странно, что мы платим за несвободу, да? За однокомнатную, двухкомнатную, трехкомнатную несвободу. Нас научили вдыхать дым ядовитой травы и пить отравленную воду. Нас научили не видеть и не слышать. Почему они не научат нас любить и летать? Ведь в заточении мы теряем самих себя. Мир, неужели ты обманщик?